Луиза, подожди минутку. Расскажи мне о магии. Что происходит? Почему ты прячешься? Ничего, просто много дел. Так что лучше иди домой. Луиза, у меня дом чуть-чуть... Долорес сказал, что у тебя глаз дергался, а он никогда не дергается. Ты из-за чего-то нервничаешь. Эй, отойди, а то я осла уроню. Луиза, пожалуйста. Скажи, в чем дело? Нечего рассказывать. Ты точно о чем-то переживаешь? Луиза, если знаешь, что вредит магии, и все станет хуже, потому что ты не хочешь говорить, все в порядке! Кажется, ты слишком много на себя взяла. Что? Может. И да. Да. Кое-что ты должна знать. Вчера, когда ты увидела трещины, я почувствовала слабость. Что? Луиза, ослы! Уже иду! Стой, 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 в каком смысле? Что, по-твоему, вредит магии? Не знаю. Но однажды я подслушала взрослых. До того, как дядя Бруно ушел. У него было ужасное видение об этом. У дяди Бруно? А что было в том видении? Никто не знает. Они его так и не нашли. Но если что-то с магией не то, я бы начала с башни Бруно. Нашла бы то видение. Стой, как мне найти видение? Что я вообще ищу? Узнаешь, если найдешь. Будь осторожна. Не зря то место у нас под запретом. Такая.